Я поздравляю вас с замечательным праздником, праздником красоты и грации, потому что художественная гимнастика – это красиво. Красота, грация и пластика – это художественная гимнастика – один из самых красивых видов спорта. Два дня в физкультурно-оздоровительном комплексе Балаковского филиала АО «Апатит» проходил настоящий спортивный праздник, на котором все сияло и сверкало. На первенство Балаковского района приехали спортсменки не только из Саратовской области, но и сильнейшие гимнастки из Пензы. Мы рады, что мы, компания «ФосАгро», и в частности Балаковский филиал, являемся частью этого мероприятия. Художественная гимнастика – это смесь спорта и танца, когда нужно не только показывать свою спортивную подготовку, но и показывать свои танцевальные способности, свое чувство ритма, музыки. Компания «ФосАгро» поддерживает и не только художественную гимнастику, но и другие виды спорта, потому что воспитание подрастающего поколения – это одно из приоритетных направлений социальной политики предприятия. И эту поддержку ценят и юные спортсмены, и их наставники. Нам ковер помог приобрести, также выездные соревнования тоже по возможности помогают нам финансово. Очень многие удивляются, там приезжают тренеры из других городов. И говорят, а как? Говорят, у вас нет стартовых взносов? Я говорю, нету. Очень нравится организация. Призы постоянные, подарки. Вот. Плюс грамотно проводят само открытие. То есть, конечно, это приятно. И чем больше детей к этому приобщается, тем лучше. Скакалка, обруч, мяч, булавы, лента. С этими предметами гимнастки должны буквально сродниться. Но на соревнованиях бывают и форс-мажорные обстоятельства. Особенно, когда от волнения руки и ноги не слушаются. Спортсменки, которые уже преодолели свой страх выступлений, знают, что надо для победы. Первый раз я тоже боялась выходить на площадку, но выступила там с помощью. Мне помогали, если я что-то забывала. Надо верить в себя и просто не волноваться. Я очень боялась и думала, что ничего у меня не получится. А вот сейчас у меня дома очень много медалей, и сестра хочет, чтобы быть похожей на меня. Не надо же переживать. Если ты будешь переживать, то все пойдет наперекосяк, и у тебя ничего не получится, и плохо выступишь. А если ты будешь, если ты наберешься сил и не будешь так сильно волноваться, то у тебя все получится. Не волноваться, не переживать, что у них все получится, и выходить на ковер так же, как они выступают на своей тренировке. То, что наработано во время сложных и упорных тренировок, гимнастки постарались показать на этих соревнованиях. Все свое изящество, выразительность и мастерство. На пьедестал почета, кстати, не раз поднимались балаковские спортсменки, хотя секция художественной гимнастики появилась в нашем городе совсем недавно. Художественная гимнастика – это довольно-таки молодой вид спорта для нашего города и один, наверное, из самых красивых, несомненно. Развивается очень большими темпами. В этом очень хорошо помогает компания «ФосАгро» и центр «Дрозд». Очень много привлекается детей, очень много проводится соревнований, проводится открытых уроков, различных мастер-классов именно по популяризации данного вида спорта. На этих соревнованиях у балаковских спортсменок 4 золотых медали в личном зачете и первое место у нашей самой юной команды. Победители и призеры соревнований были награждены медалями и грамотами. И ни одна участница турнира не осталась без внимания. Всем спортсменкам были вручены памятные подарки от организатора соревнований – автономной некоммерческой организации «Дрозд Балакова».